Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Каратаев Игорь. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы посещаете наш канал, оставляете какие-то комментарии, ставите лайки, да, подписывайтесь на этот канал. Значит, мы делаем благое дело и будем делиться с тем, что происходит у нас. Здесь мы рассказываем о Китае, то, что нашли мы в интернете, да, на Ютубе. И, соответственно, выставляем свои обзоры на пришедших к нам новинок, товаров, на которые мы посчитали нужным сделать обзор. И хочу еще вам показать вещицу, да, вот такую вот. Это в одной из поездок в Китай я увидел мастера, изготавливающего из проволоки всякие интересные вещицы. Вот там у него были и человечки, да, плетеные, и мотоциклы. Но я приобрел в ту поездку велосипед. Мне понравилась вообще идея, вот это я первый раз увидел. Смотрите, видите, да? Крутится колесо заднее. Для меня было в диковинку. Вот такое вот. Кто-то когда-то изобрел колесо, а этот дядечка освоил вот эту технологию и выдает прикольные продукты. И что замечательно, и интересно было видеть, как вокруг него собралась очередь людей, смотрящих на то, как он это делает. И ведь это приятно, да, когда ты делаешь и создаешь очередь из людей, которым то, что ты делаешь, нравится, и они хотят это приобрести. Вот у него была вот такая вот там, просто ажиотаж был. Я потом приехал из Китая, и на Ютубе много видеороликов на эту тему посмотрел. До этого я не видел, что вот такие чудеса можно сделать из проволоки. Просто, вообще прикольные штуки. Там у него были и машинки, да, разные. То есть, одна-две проволочки участвуют, где-то, может, чуть больше в сложных элементах. И вот он там изгибал всякими такими. И, вообще просто красота получалась. Вот этот у меня велик как память стоит, сувенир. Поеду в следующую поездку мою в Китай. Может быть, что-то вам привезу и покажу, соответственно. А кому-то, может, даже и подарю вот такую вот штуку. Может, даже из тех, кто к нам подписывается, мы будем устраивать конкурс, но об этом немножко попозже. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за обзорами. Мне очень будет приятно и лестно с вами пообщаться. Всем спасибо.